Ну, вы знаете, мы в театре комедии, то есть Питер, представлены тоже по-прежнему. Вот сейчас выйдет, что называется, часть дуэта с Верой Свешниковой. Вы поймете, что, как и почему. Этого актера вы прекрасно знаете, и многие его любят, потому что этот актер вообще фантастический. На его совести как минимум 4 театра. И если он во всякие там Бухаресты, Будапешты и Варшавы ездит с театром Пушкинским, с Александринским театром, и играет там крупье, и ни много ни мало, как у самого Достоевского, то он поет в театре «Зазеркалье». Моцарта может совершенно спокойно вам спеть. Альфреда может совершенно спокойно вам спеть не простого Альфреда, а в Травиате. Но может повернуться и спеть другого Альфреда, уже совсем в другом музыкальном спектакле. Самое главное, что у него еще вся жизнь впереди. У него, кстати, тоже скоро относительно день рождения. Сегодня, как и всегда на нашей сцене, он представляет не оперетту, а песни, незабытые песни наших отцов. Дворянских званий ему говорить не буду, их достаточно много. Достаточно сказать, что это друг нашего театра, что это наш земляк, которого все мы очень любим. Игорь Кроль! Добрый день, дорогие зрители. Поздравляю вас с началом 21-го сезона театра «Родина с блокады». Для меня это уже второй сезон, и для меня это честь как участвовать в этом сезоне, так и честь участвовать в сохранении памяти о той великой войне, о блокаде и, конечно, о великой победе. Это память опять о цари до зари, беспокойно листает страницы, и мне снятся всю ночь на снегу снеги, белом ини и красные птицы. Белый полдень стоит над Вороней горой, где оглохла зима от обстрела, где на рваную землю, на снег голубой, снегуриная стая слетела. Где на рваную землю, на снег голубой, снегуриная стая слетела. От переднего края раскаты гремят, похоронки доходят до тыла. Под Вороньей горою погибших солдат снегириная стая накрыла. Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности света. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, летят снегири через память мою до рассвета. Ехала я из Берлина,
это не последняя встреча, не правда? Не правда. Поздравляю! Игорь Кровь!